Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов встретился с жителями жилищного комплекса микрорайон Немчиновка. Активисты попросили заасфальтировать народные тропы рядом с домами номер 1 и номер 3 корпус 2 на улице Связистов. Другая просьба касалась расширения парковок. Жители показали главе округа места, где можно сделать дополнительные стоянки. Еще одна проблема – задержка строительства детской площадки во дворе дома номер 108 на Советском проспекте. Сроки сорвала компания, поставляющая малые архитектурные формы. Элементы придут в начале следующего месяца. До 15 ноября они будут установлены.